Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! О, привет! Никто не подходит? Хи-хи-хи. И типа, ой, смотрите, снег, как будто бы фиолетовый. На камеру, а так он... Привет! Я... подумала, что я... Блин, у меня жвачка вот-то, сори. Короче, я думаю, что я очень давно не проводила трансляций. Прям очень давно. Ну, я как бы могу это обосновать. Потому что жизнь на каникулах была такой интересной и захватывающей, что не было желания как-то это запечатлять, а хотелось жить. Вот, поэтому... О, Лиза, блин, ну ты жопа. Ты не берешь трубку никогда. Я хочу встретиться с тобой. Отдать тебе подарок. А ты... Короче, да-да-да, привет-привет. А, вот, я давно не проводила трансляции. Сейчас я решила провести трансляцию, потому что я иду домой. Это же наше традиционное уже. А, Лиза, когда у тебя сессия кончается тогда? Я буду ловить тебя, потому что просто, знаешь, я думаю, у тебя закончится эта сессия дурацкая, и я, наоборот, погружусь в учебу, и мы вообще не сможем встретиться и затусить. 25 января. О, ну окей, тогда после 25 января, Лиза, у тебя будет 1 000 000 000 пропущенных от клейки 903. Я тебе это гарантирую и обещаю, что ты никогда не берешь трубку, ты даже не перезваниваешь. Сука, такие сердечки цветные, да, у меня цветные сердечки. Ха-ха-ха. У нас уже темно, как в 9 вечера. А временные пресеты, ну, на самом деле, тоже темно, просто выглядит, что светло, на самом деле, Москва погружается в сумерки уже. Я сейчас ходила и смотрела, до скольки вообще хорошее освещение. И оказалось, что хорошее освещение в Москве уже до... 4. После 4 освещение уже падает, оно отстанет. Самое классное освещение в 3 часа дня. Даже в 2. Насморк. Да, у меня насморк. И я еще немного болею. Иногда очень громко кашляю на уроках. И типа вот. А еще я очень странно сейчас говорю. Я обычно по-другому говорю. То есть у меня голос другой. Вот он такой, наверное. Немножко. Не, я уже переболела. Вот. А... Дома снимешь? Не, не хочу дома. Дома я буду готовить себе стряпню из брокколи и делать уроки. А, и, наверное, я буду монтировать вам видос. Себе видос, на самом деле. Я его сначала монтировала по одному, потом мне не понравилось, я решила, что я буду монтировать свой видос по-другому. Вот. Неловкость. Вот. Кстати, простите, пожалуйста, что я... Ой, везучая. А я сейчас блюю. Но у меня каникулы до вторника теперь. Ой, прикольно. Мне во вторник должны привезти рюкзак. Но, возможно, его привезут раньше. Who knows? Что я хотела сказать? Я хотела что-то сказать. А... Ребят, простите, пожалуйста, что я не отвечаю на ваши вопросы в Аске. Просто меня задолбал Аск. Я думаю, я сейчас снести его, потому что мне он надоел. Прям очень сильно надоел. Я не знаю. Я... Привет. Ты чё, реально Ивангай? Ой, вот это да. Меня смотрит Ивангай. Будет чем похвастаться Миша. Короче... Да, меня бесит Task, потому что мне не нравится, что там, типа, не знаю, система. Мне не нравится отвечать на эти вопросы. То есть, вы, если вас что-нибудь интересует, я могу ответить на ваши вопросы, не знаю. Лично, или вы можете мне позвонить, и я проведу вам полную консультацию по вашим вопросам. Привет, Даша Шипучка. Мы в выходные точно у тебя тусим? Да, мы в выходные должны тусить у Даши, потому что у нее обязаны уехать родители.
Мы все каникулы хотели потусить, и даже вот так не потусили. Кстати, мне так не нравится слово каникулы, оно какое-то отстойное. Совсем не нравится. То есть, типа, ну, я не знаю. Короче, слово каникулы отстой. Оно какое-то дурацкое. Weekends. Weekends — классное слово. Вот. Или выходные. Потому что до этого я очень много раз употребляла сейчас слово каникулы. Ну, короче, оно отстойно, оно меня бесит. Девочка, сколько лет тебе Шурову? Блин, когда Иван Газин задает тебе вопрос, сколько тебе лет? Ой, я даже не помню. Я так стесняюсь.